Раздачей телепродукции на региональные каналы компания НТС, Национальный телевизионный синдикат, занимается уже 12 лет. Сегодня в их партнерах числится более 70 телекомпаний от Дальнего Востока до Сочи и Краснодара. С октября 2017-го в эти стройные ряды влился и наш холдинг. Данная компания смогла предложить нам телевизионную продукцию самых разных жанров, чтобы мы смогли включить ее в сетку вещания нашего обновленного телеканала. Основной упор на отечественные и зарубежные фильмы. Есть те, которые мы видели не раз, но с удовольствием пересматриваем. Например, в декабре на канале «Правда Севера» в проекте «Регион-29» выйдут «Покровские ворота», «Мимино», «Осенний марафон», «Большая перемена». Будут и новинки. Жена смотрителя зоопарка, а людях, которые в Варшаве во время Второй мировой войны прятали в зоопарке евреев и спасли очень много жизней таким образом. Фильм достаточно тяжелый, но его стоит посмотреть. Такой фильм, как «За пропастью во ржи», о главном герое романа «Над пропастью во ржи» и о том, как Джером Селлинджер стал великим писателем. Тоже 17-го года, и премьера идет в кинотеатрах в декабре. То есть вот буквально у нас сейчас пойдет в кинотеатрах этот фильм, а вы уже сможете увидеть его на телеканале «Правда Севера». Для детской аудитории мультфильмы с образовательным уклоном, для поклонников страстных сцен и восточных нравов – турецкие сериалы. После просмотра сериала «Великолепный век» очень многие полюбили турецкие сериалы, и поэтому вот предлагаем посмотреть современный турецкий сериал «Месть». Он очень красивый, красочный, там сумасшедшая история любви. Там очень красивые актеры, ну и все в классическом жанре «Великолепного века». Тот, кто является поклонником такого жанра, я думаю, что с удовольствием посмотрит. Проект «Регион-29» кардинально поменял не только внешний вид, но и начинку телеканала «Правда Севера». Сотрудничество с известным поставщиком телевизионной продукции уже дало нашим телезрителям возможность отдыхать и развлекаться вместе с общедоступным региональным каналом. А дальше будет еще интереснее. Светлана Дейнек, Александр Кузнецов, «Регион-29».